Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки. Сегодня мы продолжаем играть с нашим котиком Томом. Давайте поскорее сводим его в туалет. Эх, Том, что случилось? Давай быстрее, Том. Нас ждут наши друзья. О, я вижу, снова Том у нас грязный, снова мухи. Давайте от них скорее избавляться. Ух ты, ребята, 34 уровень. Да, кстати, ребятки, очень интересно, на каком же уровне у нас откроется новый остров? И он вообще есть или нету? Как вы думаете, ребятки? Кто знает, напишите мне в комментариях. Да, Том, я вижу, ты очень хочешь кушать. Сейчас для начала нужно искупаться. Давай, сегодня мы тебя вымоем желтым красивым мылом. Ого, сколько пены, ничего себе! Том, ты хоть глазки там закрыл? Кстати, ребята, вы заметили? У нас есть новый друг. Вот такая вот птичка. А как зовут эту птичку? Это Плюх? Нет, по-моему, это не Плюх. Сейчас мы посмотрим, что это за птичка и как ее зовут. А, кажется, птичка тоже хочет мыло. Опа! Ну же! Ой, какой интересный желтый пузырь. Так, ой, Том, сейчас моем тебе все. Опа! Ну что, готово. Том чистый. Так, и... Ага, ребятки, я обещала посмотреть, что у нас за птичка и как ее зовут. Сейчас посмотрим. Так, это у нас конфетное царство, но, по-моему, эта птичка не из конфетного царства. Сейчас. Эта птичка прилетела к нам из волшебного леса. Так, где она? Нет? Так. А где же взялась-то эта птичка? А, это птичка из пляжа приключений. Точно. Вот она. Это Флип. Птичка Флип. Какая она смешная, эта птичка. Прикольная. Так, ну что, пора кушать. Том, держи вкусный арбуз, у нас для тебя есть. Есть виноград, только не плюйся на ребят виноградом. Том решил на птичку поплевать виноградом. Ох, хулиган. Том, ну что, снова не выспался? Что же ты делаешь, Том? Что ты по ночам не высыпаешься? Наверное, где-то бегает. Держи волшебное зелье. Ну вот, так-то лучше, отлично. И, как всегда, у нашего Тома нету настроения. Ну что, ребят, сначала поиграем в игру или все-таки слетаем на наш конфетный остров. Напомню, ребята, я хочу открыть сладкий холодильник. Давайте все-таки слетаем. Запрыгивай на наш самолет и полетели. Так, какую же коробочку откроем мы сегодня? Давайте вон ту дальнюю. И что же будет в ней? Как интересно! Ребятки, а как вам эта игра? Кому нравится, ставьте лайки. Монетки, звездочки. И у нас золотая карта. Ух ты, шоколадные ушки! Ребятки, таких ушек у нас еще не было. Сейчас, конечно же, откроем нашему Тому эти шоколадные ушки. И обязательно их примерим, естественно. Попробуем. Ой, какие прикольные. Выбираем. Ребят, но под эти шоколадные ушки как-то не совсем подходит этот наряд. Давайте что-нибудь оденем другое. Может быть, тоже сладкий костюм? Сейчас я его найду. У нас есть сладкий костюм. Вот он, шоколадный наряд. Конечно, там одеваем. О, ребят, кстати, можно изменить шерстку. Шерсть из титана. Ух ты ж, какая прикольная. Радужная шерсть у нас есть специально для нашего сладкого Тома. Так, и предлагаю, ребятки, найти подходящие очки. У нас тоже есть очки, Пончик. Ну вот, настоящий шоколадный котик Том, ребят. Вам понравился мой Том? Кому понравился, ставьте лайк. Что, Том, нету настроения?
Ну, пойдем, мы с тобой поиграем. Ребят, ну что, играем в нашу любимую игру. Поехали. Супершарик с нашими осами. Или пчелами. Ого, смотрите, какой огромный шар я надула. И сразу завершила первый раунд. Поехали дальше. Главное, чтобы они нас не укусили, ребятки. У нас есть всего лишь 3 жизни. Так, опа. Какие красивые шары. Есть, отлично. Второй раунд завершен. Продолжаем. Ой, какие разноцветные. Красный, фиолетовый, желтый шарик. Так. Опа! Ого, огромный шар. И еще немного. Все, ребятки, еще один раунд завершен. Переходим на 4-й раунд. О, у нас появилась кусочек части коза. А мы тебя уже знаем. Так. Ой, как она быстро летает. Она хочет укусить нашего котика Тома. Нет. Не дадим мы тебе укусить его. Опа. Так, осталось совсем немного, ребятки, и, ну же, по-моему, сейчас будет последний шарик, нет, еще один нужен, отлично, есть, 4-й раунд тоже завершен. Ой, какая оса рогатая, и почему-то очень-очень красная, наверное, очень-очень злая. Ребятки, не забывайте, у нас открыта рубрика «Передай привет». Если вы хотите услышать приветик от нашего канала, в комментариях пишите свою фамилию и имя. И я обязательно передам вам свой приветик. И, конечно же, не забывайте, друзья, подписываться на наш канал. На нашем канале очень много интересных для вас видео. А в этом раунде у нас появилась вот такая вот колючая, кусючая гусеница. Сейчас мы ее тоже заблокируем. Все, выхода нету тебе. Так, ребятки, по-моему, у нас очень все хорошо получается. Мы уже даже на 7-м раунде. Так. Ой, ого, почему она такая огромная? Еще и меняет цвет, вы видели, друзья? Ничего себе. Класс, и перешли на 8-й раунд. Поехали дальше. Ай, о, чуть не укусила. Опа. Хе-хе-хе. Оп. Вот тебе. Подымайся выше. Да, кусючки. Ребятки, осталось еще нам половинка надуть шариков. Ай, укусила, укусила. Минус 1 жизнь у нас. Осталось 2 жизни. Опа. И сейчас еще пару шариков. Так, еще один. И получилось, получилось. 9-й раунд. Ого, вот это круто, ребята. Так, что мы здесь видим? Здесь 2 быстрые кусючие стрекозы. Опа, отлично. Ой, какой огромный шар мне удалось надуть. Еще один. Ой-ой-ой, сдувается шарик. Фух, полетели мы шарик, заклеили его. Ого, ребятки, 10-й раунд. Ой-ой-ой-ой-ой, здесь очень много этих рогатиков. Давайте поднимем их вверх, чтобы они нам не мешали. Еще, поднимайтесь, поднимайтесь. Опа. Так, отличненько. Ой, я представляю, что же будет дальше. Ой! Так, ребятки, очень-очень опасно становится. Есть, мы прошли 10-й раунд. Ура! 11-й. Ребята, все больше и больше этих опасных насекомых. Давай, 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 еще. Ай, надеюсь, что они все-таки нас не покусают. Ребята, а в какую игру играете вы со своим Томом? Напишите мне в комментариях. Ой, она укусила нас, ребятки, осталась 1 жизнь. Так, неужели не получится у нас их обмануть? Так, ну же,
Есть, ребята, классно, смотрите, 12-й раунд. Ой, как быстро они летают, как же нам их... Оп, оп, так, куда же надуют, куда же, где же, ай-яй-яй-яй-яй. О, как же страшно. Все, ребят, ну вот, мы истратили, покусали нас эти пчелы на 12-м раунде. Но, в принципе, неплохо, ребята, это наш рекорд. Круто, круто. Возвращаемся к нашему Тому. Думаю, настроение у него уже очень хорошее. Да, в принципе, неплохо. Ну что, ребят, скорее в самолетик. Давайте открывать новые карты. И летим на, конечно же, конфетный остров. Где же наш этот холодильник? Сладкий холодильник. Так, пончик, очки. Очки, пончик. У-у-у, 100 звезд дали нам за дубликат очков. Такие очки у нас есть. Кстати, наш Том как раз в этих очках. Так, ребята, ой, как же интересно, но каким же будет следующий остров? 4 острова у меня уже открыты. Так. О, шляпа из печенья. Прикольная шляпа, но это тоже дубликат. Так. Еще один полет. Том, заправляем наш самолетик. И полетели. Давай, давай, давай. Отличненько. Есть еще одна корзина. Открываем ее. Так, у нас золотая карта, по-моему, ребята. Поварский колпак, это новая карта. Класс, друзья, набор завершен. Ух тышка, давайте скорее оденем этот поварской колпак. О, еще один бонус нам дали, круто. Том, какой ты прикольный в этом колпаке. Держи тебе подарочек на сегодня. Отлично. Ну что, летим дальше. Заправляем наш самолетик и вперед, у нас следующий полет. Открываем коробочку и смотрим, что же будет в ней. Так, давай, Том, посмотрим. Ну же, буфет из печенья, ребятки, это тоже дубликат. Такой буфет у нас на кухне уже есть. А я не теряю ни минутки, ребята, и... взлетаю в очередной полет. Так, следующая коробочка. Что же будет в ней? По-моему, тоже золотая карта или нет? Нет, это не золотая карта, а это дубликат, костюм кондитера. Так, еще разочек. Неужели нам не удастся открыть этот холодильник? Где же нам его найти? Откроем вот ту дальнюю коробку. Так, посмотрим. Вкусняшки, монетки, звездочки. И... ой, какая радужная, красивая карта. Домик мороженое. Ребятки, это новая карта. Давайте поставим этот домик мороженое. Ой, какой прикольный. Да, мы его выбираем, конечно. Мы же делаем сладкий дом котику Тому. Как же здесь прикольно. Да, я бы очень хотела попасть в такой сладкий домик. А вы, ребята, хотели бы попасть? Так, у нас следующая коробочка. Открываем ее. Ну же. И посмотрим. Конфетный ковер. Это дубликат. Ребята, такой ковер у нас уже есть. Я заправляю самолет и отправляемся в полет. Откроем коробочку, та, которая ближе теперь к нам. Давай-то скорее открываем. Как интересно. Ну уже что за карта? Шляпа из печенья. Это дубликат. Такая шляпа у нас есть. И она у нас появилась повторно. Ой, ребятки, время у нас заканчивается. А как мне не хочется с вами расставаться. Давайте открываем последнюю коробочку. И посмотрим, что же здесь. Конфетные очки. Это тоже дубликат. Ну что, друзья, к сожалению, время на сегодня у нас заканчивается. Давайте продолжение посмотрим в следующей нашей серии. А вы пишите мне свои комментарии, ребята, ставьте лайки. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал.
На сегодня у нас все. Всем пока-пока. До скорых встреч, друзья.